Всем привет! Вы на канале «Мои рецепты» и с вами Людмила. Сегодня для вас простой, очень вкусный рецепт быстрого ужина, в котором калорий мало, а сыты останутся точно все. Шампиньоны нарезаю, выкладываю на сухую раскаленную сковородку, накрываю крышкой. Когда грибы выделят сок, открою крышку и жарю до полного испарения жидкости. Затем добавлю мелко нарезанный репчатый лук и растительное масло. Продолжаю жарить до готовности лука. Солю и перчу по вкусу. Для сочности добавлю сметану. Перемешиваю, снимаю с огня. Молоденький кабачок очищаю, нарезаю кружочками толщиной 0,5 см, солю и дам постоять 5 минут, чтобы выделился сок. Затем солью жидкость. Посыплю копченой паприкой. В форму для запекания выкладываю предварительно отваренный в подсоленной воде до готовности рис. Сверху поливаю рис растопленным сливочным маслом. По центру выкладываю жареные грибы с луком в сметане. А кабачки по кругу на рис. Измельченный чеснок смешаю с подсолнечным маслом и смажу кабачки сверху. Грибы посыпаю тертым сыром моцарелла. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов в режиме конвекции на 20 минут или можно в режиме верхнего и нижнего нагрева на 30 минут. Кабачки должны запечься. Получается ароматный рассыпчатый рис, пикантные грибочки со сметаной и луком и вместо любого салата запеченные кабачки. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих близких. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте ставить лайки. Жду ваши комментарии. До скорых встреч!